Сегодня у меня будет небольшой мини-влог рассуждений. Я получила небольшую посылку с сайта iHerb. Покажу обязательно ее содержимое. Еще идут две посылки, обязательно тоже будут на них обзоры. И у меня многие спрашивают, почему я все же заказываю с этого сайта. Если здесь все есть, нет. Составы продукции, которые можно купить там, они намного лучше. И я покажу, как я экономлю с iHerb и почему посылки все же там и продукцию заказывать выгоднее. Вот она, моя чудесная посылочка, которая ко мне пришла. Сейчас давайте рассмотрим ее содержимое. На сайте iHerb, кроме того, что представлено, как вы знаете, крутейшие органические бренды, американские, европейские, там еще представлена продукция самого iHerb. И я в своей группе ВКонтакте писала полный список их брендов. Это и Mada Labs, это и Sierra Bees, California Gold, продукция для детей. За счет того, что это собственное производство, цены на эту продукцию намного ниже, чем на другие органические фирмы и марки. А составы этой продукции по своей чистоте, по отсутствию консервантов, парабенов, они не уступают дорогим маркам. Вот такие тоники от Mada Labs у меня с розой, я еще успела его схватить. Там остался еще с гомомелисом, потому что этот уже разобрали, он снят уже с продажи. Они очень похожи по своему действию на тоники от Tyres. Конечно, Tyres получше по увлажняющим свойствам. Но взять органический тоник с чистейшим составом, который невероятно хорошо работает для кожи за 2 доллара, это намного лучше, чем покупать продукцию сетевых марок здесь у нас. Лично для моей кожи так точно лучше покупать вот такие тоники, чем наш масс-маркет. Кроме того, на эту же продукцию часто бывают разные скидки, потому что самому iHerb выгодно продвигать и продавать свою продукцию. Еще вы знаете, наверное, продукцию iHerb под таким бальзамчиком от Sierra Bees. Все, кто когда-либо заказывал на iHerb, их бросали. Органический чистый состав, одни масла, и стоит очень дешево, тоже около 2 долларов, 1 доллара, целая упаковка, в которой несколько штук. Я больше всего люблю вот такие с пчелкой, они лучше всего увлажняют губы, защищают губы, они с медом идут. Я пробовала разные, голубые, зеленые, как-то, ну, увлажняют и все, а моим очень сухим губам надо что-то большее, чем увлажнение. Я уже показывала вам мои любимые органические бальзамы от Hurey компании, но на втором месте именно вот производство iHerb Sierra Bees. Так что, если вы хотите заказать продукцию iHerb, не хотите тратиться и при этом не получить чисто органический состав и неплохие свойства, то посмотрите на продукцию iHerb, посмотрите Mada Labs, посмотрите Sierra Bees, California Gold, потрясающие витамины. Обо всем я подробно пишу в постах в своей группе ВКонтакте. Дальше, что было в моей посылке, то, что опять я беру неоднократно, это витаминки ГАБА. Беру я для старших членов своей семьи. Абсолютно природный компонент. Если вы употребляете какие-то химические препараты, чтобы заснуть, чтобы успокоиться, вы знаете, что долго их принимать нельзя, потому что они вызывают зависимость. Это же абсолютно природное вещество, которое помогает вам успокоиться. Если вы плохо спите, то рекомендуется 200-300 миллиграмм вот этих капсул выпивать перед сном. А вообще для профилактики, для хорошего самочувствия рекомендуется принимать 100-200 миллиграмм до 3 раз в день. Это рекомендация доктора Мюллера, один из ведущих авторитетов в области американской медицины. И у него очень много подобных статей на iHerb. Далее я заказала свой любимый дезодорант Кристалл. Это то, что беру постоянно. Раньше брала в стике, но мне неудобно пользоваться, поэтому сейчас беру вот такой шарик, и он не защищает от пота, но избавляет от запаха, а мне здоровье мое дороже. И далее будут новиночки, это вот такие расчески. Все американки просто с удовольствием их рекомендовали, говорили, что это великолепный продукт, который прекрасно расчесывает их волнистые густые волосы, пористые. Если у вас волосы гладкие, то, скорее всего, вы не увидите разницу между вот такими расческами и обычными. Это
Расчески Tangle Teaser Macadamia и подобные расчески – это как раз-таки созданы для людей с пористыми, сухими волосами, которые испытывают проблемы при расчесывании. Стоит такая упаковка $13, 12, по-моему, по скидке я ее брала, там было где-то около $11 у меня получилось, и здесь получается $5,5 одна расческа, то есть их две. Что могу сказать? Я еще, скажем так, только получила посылку, поэтому не могу в полной мере оставить обзор, но по ощущениям мне кажется, что они немножко твердоваты. Вот если сравнивать с моей любимой расческой Tangle Teaser, то у нее такие остренькие зубчики, и она легко так нежно прочесывает волосы, но тем не менее она их классно прочесывает и имеет массажный эффект. У меня есть одно из самых старых видео на канале, где я делаю сравнение между оригинальными Tangle Teaser расческами с AliExpress. И вот мне вот эти расчески напомнили именно расческу с AliExpress, вот такую под макадами. Она по жесткости очень похожа. Я люблю такие расчески, и я считаю, что это очень выгодная цена на Hervé. Если у вас, еще раз говорю, сухие пористые волосы, это, ну, это здорово. Но я не согласна с отзывами многих американок о том, что эти расчески являются более бюджетным аналогом Tangle Teaser, и они такие же по своему действию. Нет, Tangle Teaser, я хочу сказать, что круче, и пока я не нашла ни одного аналога, который сравнился бы с Tangle Teaser. Если хотите получить Tangle Teaser, купите Tangle Teaser. Если хотите просто расчески, которые хорошо расчесывают густые спутанные волосы, лучше, чем наши обычные, то покупайте эти расчески смело. Но это не аналог Tangle Teaser, я вам сразу говорю. Далее у меня здесь есть небольшой такой пробник, и вот этот пробник снизил стоимость доставки до Беларуси в 2 раза. То есть я $4 заплатила за доставку, и здесь кусочек мыла. Я думаю, что с удовольствием буду брать в путешествие. Это приятно пользоваться таким натуральным мылом. Смотрите товары, которые влияют на эконом-доставку. На Hervé есть галочка. И взяла корейскую рисовую маску по хорошим отзывам. Все-таки мне хочется найти свой любимый корейский продукт. Я очень люблю улиток от компании Mizon. Улиточная крема, я имею в виду. Еще все-таки хочется мне найти какую-то чудо-корейскую маску. Но не могут же девушки столько положительных отзывов рассказывать о масках корейских. А вот я все пробую, и мне вот не все не нравится. Вы знаете, что у меня есть такая, как яичный белок, да, там, по-моему, тоже от Skin Food. Она на меня не произвела никакого впечатления. Хорошая маска, очищающая, но есть более бюджетные аналоги. Вот эта маска мне понравилась. Она так очень хорошо смягчает кожу. Вообще я не поняла вначале, это скраб или маска, потому что вроде как написано скрабовая маска. Как делаю я? Я, когда принимаю ванну, я наношу вот эту маску. Минут 5, наверное, 10. Она у меня на коже находится. А потом я начинаю делать массаж. То есть получается, что я совмещаю 2 в 1. Сначала маску, потом скрабирование. Когда вы наносите сначала как маску, а потом убираете вот это загрязнение, надеюсь, что вам видно, у нее очень интересная такая консистенция рисовая. Вот тогда, когда вы скрабируете после того, как у вас подействовала эта маска как маска, и потом это все смываете, мне кажется, это более правильный эффект. И лицо становится очень мягким, оно увлажненное, вот оно не требует какого-то дополнительного ухода. Вот это произвело на меня пока больше всего впечатления. И да, я думаю, что она оправдывает свою цену, потому что она, во-первых, экономичная, ее хватит далеко не на 1 месяц. Во-вторых, она действительно кожу хорошо преображает и выравнивает за счет вот этого скрабирующего эффекта. И еще я вам обязательно оставлю купон на то, чтобы получить скидку 5%. Теперь купон можно применять всегда, к любому заказу, даже если вы не первый раз покупаете на Hervé. А еще на выходные часто Hervé дает спецкупоны. Их я публикую в группе ВКонтакте, и можно тогда применять 2 купона. Так что заглядывайте в группу ВКонтакте, в Инстаграме я пишу отзывы о продукциях Hervé, о белорусской косметике. Встречи в следующих видео.